Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и мы продолжаем играть на Advance. Ну, как видите, я сейчас не играю на шоколадном сервере, потому что мой забанен, так что, ну, скоро он разбанится, через 10 дней, так что я надеюсь, вы пока посмотрите такие видосики, где я бомжую, на зеленом сервере я играю, у меня тут твинк, как видите, третий левел, так что давайте, короче, поедем на работу, будем играть, короче, на зеленом сервере пока что. Так, чуваки, что я хотел вам сказать по какому-то поводу хотел что-то вам сказать. А, так что смотрите, чуваки, скоро мой перс разбанится, будет нормальное видео уходить. Сейчас пока что я буду снимать на зеленом сервере, потому что вы сами уже знаете то, что я вам говорил. Вот. Что мы будем делать на данный момент на зеленом сервере, не знаю, просто херню страдать, вот то, что я хотел вам сказать. Ну, не знаю, будем качаться, там, подниматься. Если чё, я этого перса отдам, конкурс будет какой-нибудь. Вот. Поэтому, сейчас мы просто, я не знаю, может, поднимусь тут в казино или чё. Ну, как видите, у меня 20к есть, ну, 1988. Ладно, не столь важно. Ну, короче, 20к. Вот. И давайте, короче, поедем таксистом, поработаем, там, не знаю, повеселимся. Потому что реально, у меня на шоколадном сервере больше перса не осталось. И так, насчет прошлого видео, конечно, оно ужасное было по поводу того, что очень много дизлайков было. Я сам соглашусь, я бы сам дизлайк поставил. Вот. Потому что шумело адски, то там, короче, микрофон кого-то шумел, то есть у Паши. Так, какой-то тип, короче, все такси раздвинул. Нахера-то он делал. Вот, поэтому я пока один снимаю. Надеюсь, качество звука и шипения никакого нету, поэтому, чуваки, пока что сейчас все в порядке. Вот. Ну, как я еще раз говорил, мы еще таксистом поработаем. А еще хотел сказать то, что, ну да, перса этого я, может быть, отдам, конкурс какой-то будет, пока мы не разбанимся. Там 10 дней осталось. Да, 10 дней, короче, 12 числа. Вот, и тогда видео будут уже регулярно выходить. Вот. Так что я пока вот так играю. Ну, мой ник, как видите, такой же. Ладно, давайте начнем работу таксиста. Не знаю, клиентов пока что я не вижу никаких. Блин, безбашенные какие-то ездят. Блин, по встречке еще, блин, такие... Ладно. Это он за мной идет, что ли? Так. Вот, поэтому. Что еще хотел вам сказать? Да ничего вроде бы. Ну ладно, таксистом мы поработаем, посмотрим, что тут за шняги у нас есть. Мне перса этого как бы не жалко отдавать, потому что я на шоколадном играю, поэтому. Что это такое за сборище? Могу после варна восстановить. Че за? Это что, собрание какое-то? Давайте подвезу таксиста без. Такси за 50 вирт. Подвезу. Кого подвести? Тут я не помню. Я вообще не понимаю, тут какое-то собрание, что ли, или что? Чинят. Да, это будет чинят. Что-то там он сломался, по идее, да. А, так. Механиком вроде 4 уровня можно, как неизвестно. Ну тут, короче, наверное, какое-то мероприятие, как я понял, или что-то типа этого. Вот. Ну, как вижу, клиентов нету. Давайте, короче, мы поедем, не знаю, на вокзал там или поедем. Да, на вокзал там больше народа, как бы. Ну, что-то сейчас я не видел там никого. Ну, ладно, давайте съездим, посмотрим, может, там народу прибавилось. Тем более, сейчас утро, как видите, 10:28. Онлайн не такой уж высокий. Ну, тут, может, кто-то на шахту захочет поехать. Я вот тут припаркуюсь, остановлюсь. Фаст. Чувак что-то хочет сделать. Подрочил. А, блин. Чё он творит-то? Так, еще у меня есть перс на вайте, могу его раздать. Ну там пустышка, так что не знаю, кому-то может она понадобится. Ну, ёпта, вы что делаете, чуваки, вы офигели?
Чё вы творите? Уйдите отсюда, дайте мне клиента найти. Что, идет, ходит там, что-то бьет. Влад Стар, блин, вообще на ЛФПшники какие-то. Клиентов нету, что-то. До шахты за ноль. Что? Кто будет за ноль вести? В принципе, можно поехать, короче, на шахту, да, там больше много народа. Хотя нет, давайте поедем обратно на другой респ-гетто. Там как бы народу может и тоже побольше есть, чем тут. Как я еще, короче, чуваки, блатной номер себе взял. То есть у меня теперь тут. Ну, конечно, это сервер очень странный, бля. Старый, ну, второй, да, сервер. Поэтому тут очень трудно пробиться в плане того, что там дом себе купить и, не знаю, там, сарай какой-то. И то сарай стоит, вы знаете, сколько. Так, я не сюда поехал. Сарай стоит, как вы знаете, тут очень дорогой, 1 лям вроде. Мне тот говорил лям. Вот. Поэтому это тут очень трудно пробиться в плане экономики и бизнеса. Получить там на шоколадный, там и то больше шансов. Тем более там сколько, за 300к или за 100 можно купить себе этот сарай. Вот. А тут как бы очень новичкам трудновато. Так, тут вообще никого нет. Ладно, пойдем обратно. Пойдем на шахту, чуваки, потому что думаю, тут там больше народа, там все обитают, все копают, там больше зарабатывают. Вообще-то, бля. Вообще-то зарабатывают. Смотрите. Врезался вот он. Лось. Это. В казино в основном зарабатывают. У меня 19к, я боюсь, конечно, ставку кинуть и просрать все это. Потому что у меня тут нет друзей тут. Поэтому, блин, жевать неохота, как бы. Вот. Ладно, давайте, короче. Сейчас мы поедем на шахту и посмотрим, что там есть интересненького. Давайте увидим. Итак, мы, короче, продолжаем играть. Так. Сейчас мы подъезжаем к шахте и посмотрим, может там клиенты есть. Подзаработаем, Алёха. Опа. Хотел подрезать, но не получилось. Так, там вообще скорая помощь стояла, как вы видели. Ладно, давайте, короче, сейчас, чуваки, мы посмотрим клиентов. Нам нужно заработать на хлеб. Потому что жизнь жестокая штука. Тем более на зеленом сервере тут вообще трудно пробиться в плане всего. Тут, как я вижу, эти заграждения не стоят. Так, давайте, короче, ставим. Ну тут, как вы видите, тоже никого нету. Ладно, постоим, короче, такси, бесплатно такси. То есть такси за 50. Не знаю, никто не хочет. Продаю вонючие тухлые хот-доги, они сделаны из собак. Охереть, товар. Охереть просто. Кто их будет есть? Это типа Макдональдс только, блин, на улице. Ни хера она не прибавляет. Товары для шахты, ё-моё. Ну, ё-моё, подъезжайте, давайте, садитесь там. Никому не надо, что ли, до города? Вообще офигели. Давайте. Ну. Садитесь, чуваки, ну чё вы тут... Кому до дома своего там, до вокзала? До вокзала везу за 50. Тариф стоит. Ну, да ну вас нафиг. Да чё ты творишь, чел? Давай едь туда-назад. Ё-моё, чё? Давай, всё. Вот тебе, блин. Понял? Придурок. Такой лень. Он офнулся, чуваки, блин. Так жалко, я это на паузу поставил, блин. Короче, там чувак мне помешал, короче. Я его тачкой своей подорвал. Вот. То есть моя тачка там уже горела почти, я так выпрыгнул. О, может, меня подвезут? Подвезите.
Да вы вообще изверги. Так, мы продолжаем играть. Так, чуваки, я тачку нашел наконец-то. Потому что там ДТП случилось, моя взорвалась, пришлось на автобусе ехать и круги делать. Надеюсь, мы сейчас клиента найдем хоть какого-то. Потому что нужно деньги зарабатывать, блин. Ну, бомжи, садитесь, вы ничего тут встали, давайте садитесь. Подвезу вас за 50. Ну, садись. Чё ты стоишь? Давай садись, чувак. Как хочешь. 50, блин, тариф дорогой. Чувак, я за 200 возил. Ты тут за 50. Как хочешь. О, видишь, клиент ко мне сел. О, чуваки, дело пошло. Мэрия. Хорошо, чувак, сейчас мы поедем к мэрии. Чуваки, сейчас вам скажу, как надо зарабатывать деньги очень много. Блин, не получилось. Умный тип был, оказался. Я хотел круг сделать. Ну ладно. Сейчас мы станем у мэрии. Самые оптимальные места — это мэрия, вокзалы, короче, бомжи. Ну, рез бомжей и... Что еще? И шахта. Больше нигде. Как мне кажется, самый оптимальный вариант заработка — это тут. Ну чё, давайте. Никто не хочет, ну фиг с вами. Не хотят садиться ко мне. Вот еще один конкурент на такси приехал. Сейчас будет своих. О, у него вообще 200, охереть, блин. Он еще бомжей тут возит. Ют какой-то Судзуки. И пропала тачка у него. Че, он авкашил, что ли? Ладно, хер с ним. Никто не хочет. Что-то тут на этом сервере, как вижу, клиентов нету. На такси у всех машины есть. Ну то ладно, короче, чуваки, ставьте лайки, подписывайтесь, будут еще видео. Вот, скоро мой перс разбанится, и будет куча видео интересных. Также там по профессиям всяким, работам около мэрии, организациям будем вступать. Попытаюсь тут вступить, короче, немножечко поиграть. Так что ставьте лайки, скоро увидимся.